На 11-й год своей жизни он попадает в Хогвартс. Знакомство с Хогвартсом помог ему Хагрид. София Щербакова начала читать книги еще в дошкольном возрасте, и вот уже около 4 лет девочка посещает детскую библиотеку и активно принимает участие в мероприятиях. В этот раз пришла с папой и братом, чтобы рассказать о книге ее семьи «Гарри Поттер и Кубок огня». Я сперва его боялась смотреть фильм, но когда я прочитала все эти книги, то я поняла, что он не такой страшный, то что он прикольный наоборот. И начала его смотреть. «Кубок огня» у Софии и ее младшего брата стал любимой частью из серии романов про юного волшебника. Вместе с мамой и папой они пересматривают фильмы и посещают тематические праздники, основанные на знаменитой истории. Соня у нас ее по несколько раз перечитывает, нам ее постоянно рассказывает, пересказывает все события, которые там происходили в этой книге. И плюс мы еще много раз пересматривали фильм, и она нам рассказывала, что не добавили, а что убавили. Щербакова не только рассказали о своей любимой книге на празднике, но и приняли участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Самарская областная детская библиотека принимает участие в акции уже 8 лет. Каждый год выбирается учреждение, которому подарят собранные книги. В этом году произведения передадут в Центр дневной занятости и развития. Примерно за 7 дней было собрано более 350 книг. Родители приносили книги, и дети, и рассказывали, почему именно эту книгу они хотят отдать, подарить. То есть с каждой книгой связана какая-то история. И в рамках этого, то есть мы думаем, почему бы не сорганизовать такое мероприятие, где каждая семья сможет поделиться историей своей любимой книги. Возможно, поделившись, кто-то тоже заинтересуется этой книгой и тем самым привлечем детей к чтению книг. Многие семьи рассказывали о произведениях, которые читали родители, а теперь читают их дети. Для кого-то огромное значение имеет автор. Например, семья Романовых появилась благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. Мы познакомились на пушкинской вечеринке. Мы ее устроили за Волгой. Но это была такая стихийная пушкинская вечеринка. Акция «Дарите книги с любовью» проходит в библиотеке до 18 февраля. Каждый желающий может принести свою книгу и подарить ее Центру занятости и развития или поменять на выставке «Давай меняться», а себе забрать любую другую. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Петр Паламеев. События.